Верховного суда Саратовской области от 20 декабря 2018 года в отношении подогушина Алексея Сергеевича в части осуждения его по части 4 статьи 159, части 2 статьи 201 Уголовного кодекса отменить, уголовное дело в этой части прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса за отсутствием в деянии состава преступления. В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации признать за подогушным Алексеем Сергеевичем право на реабилитацию –